У нас тачка-то уже более-менее раскрученная. Но все равно. Дофига еще нужно много чего открывать. О! Давай аккуратненько. Смотри, бежит, дядька. Все, иди нафиг отсюда, зомбарь. Оп. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть игрушку машинки против зомби. И что ж, у нас зеленый автомобильчик, который мочит всех зомбаков. И мы не можем доехать до конечной цели, но я думаю, сейчас мы докупим, конечно же, ускорителя. Докупим мы двигатель, улучшим. И спокойно доедем до конечной цели нашей. И откроем новую машину. Да. Видишь, к сожалению, ускоритель закончился, и наша машинка дальше ехать не может. Потому что у нее что-то не хватает. Либо мощности, либо силы. Непонятно. Ух, нифига, я думал, какие-то шипы лежат. Нифига. Давай, машинка, давай. Бензика у нас еще много. Но пока машинка, я бы сказал бы, не тянет. Тормозит и не тянет. Вот, ну давай, проедем хотя бы столько, сколько машинка наша может проехать. О, все, бензик закончился. Нифига себе. Офигеть. Смотрим. Денег у нас много, купим ускоритель. Ускоритель, а также мы, я думаю, броню улучшим. Вот. Нифига себе, броня у нас. Отлично. Топливный. А, денег не хватает. А на что ж у нас хватает? У нас хватает деньги на коробку передач. Все. Отправляемся дальше. Надо будет потом пушку раскручивать. Пушечку нашу. Вот это машина, смотри, какая мощная. Просто вообще монстр. Давай. Что ты тормозишь? Надо будет улучшать двигатель. Да, движочек улучшать. Все, патроны закончились. Особо нам эти патроны-то и ничего не дали. Ух, нифига, притормаживает прям игруха. Давай, поднимаемся, едем, давай, вперед. Машинка наша. Все хорошо. Оп, врезались. Давай здесь проедем. Вот, зомбачок, ты не беги за нами. Давай. Опа, ох, нифига, отлетело, что-то отлетело от машинки нашей, смотри. Появился зеленый бампер. Нет, не бампер даже, а капот зеленый наш, да? Ух ты, давай. Оп, этот ускоритель закончился. Ёлки-моталки. Давай, машиночка. Ух, нифига, смотри, а мы сюда не проезжали, да? Смотри, интересно, что здесь такое? О, нифига себе, им бензик закончился. Да мы пока летели, как мог бензин-то кончаться? Сколько у нас денежек? Хватает у нас что? На двигатель и на автомат. Давай купим автомат, улучшим и едем дальше. Вот. У нас 24 теперь патронов, в которых мы будем убивать этих зомбарей. Ох, нифига, видишь, как они аж отлетают. Вот такая мощь удара, мощь выстрела. Все, они вообще разлетаются в пух и прах. Давай здесь немножечко под... Нажмем газку. Вот сюда подъедем. Опа, давай, отлично. И здесь раз, давай, побольше. Ох, нифига. И больше, давай, больше газу. Нифига, проехали мы много. Много проехали, прям здорово. Опа. Нифига, да мы полкарты просто так пролетели. Просто пролетели. Ускоритель закончился. Почему так мало ускорителя? Оп. Все, спускаемся вниз. Здесь разворачиваемся и летим дальше. Ух ты. Здесь мы еще не были. Смотри, как мы далеко заехали. Офигеть. Разнесло машинку нашу. Офигеть. Ее разорвало просто. Давай, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. К сожалению, ускорителя нет, ну ладно. Мы сейчас проедем дальше. Смотри, мы так далеко не проезжали, прикольно. Так, закончился бензин, как раз, да? Ох, и взрыв, круто. 245 тысяч. Что же мы улучшим? Колеса, конечно. А ну, вот это колеса, я понимаю, офигеть. Все, денег больше нету, едем дальше. Вот это колески, мы сейчас будем ускоряться, смотри. Угу. Так, проезжаем эту всю канитель. И будем взлетать вверх. Опа, давай, ускоряемся. Опа.
Так, давай чуть-чуть еще. Вот, вот здесь. Вот здесь, в принципе, особо ускорения не нужно. А вот здесь, да. А вот здесь, да, мы ускоримся сейчас максимально. Давай, 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 летим, летим, летим вперед. Все, ускоритель закончился. Ё-моё, нас перевернуло. Ёлки-палки, мы здесь застряли. Давай, что-нибудь делай, машинка. Поднимайся, поднимайся. О, давай, давай, еще немножко. Ах, нет, не в ту сторону. К сожалению. О, все, все, едем, едем вперед, быстрей. Да, нифига мы здесь потеряли скорость. Да, что-то все, машинка наша как-то переворачивается странно стало. Все, давай здесь остановимся. Пойдем в гараж и попробуем заново. А, давай купим бензик. Вот. Осталось-то совсем немножко. Ускоритель у нас на максимум, кстати. Ускоритель у нас на максимум, ребята. Все, едем. Опа, 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 опа. Аккуратненько здесь. Попробуем подзаработать побольше денег, прежде чем мы пройдем трассу. Хотя, в принципе, это особо не важно, потому что в новой трассе мы зарабатываем вообще кучу денег. А, мы не долетели? В смысле? У нас не хватило мощи? Это очень печально. Я же хотел там повзлетать повыше, подальше. Вот так вот. О, видишь, как летим. А летим, летим нормально. Ух ты. Все, ускоритель закончился. Да я же на тебя не нажимал уже в последнее время. Ладненько. Посмотрим, куда мы сможем долететь. О, долететь или доехать, наверное, скорее всего, доехать. Но колеса мощные. В принципе, мы здесь хорошенечко прям проезжаем. Ну, давай, давай. О, теперь вниз. Я знаю, теперь вот здесь вот так вот сделаем. Опа, и поехали вперед. Оп. Ух, нифига. Разбила машину. Дядька аж прям сидит. Так, зомбарь, не мешай мне, а. Смотри, расфигачила нам машинку нашу. Оп, хорошо, едем. Нифига, какие взрывы. О, бензин закончился. Да елки-малки. Елки-малки. Елки-моталки. Давай, 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 едь. Ну, в принципе, пока едем, нормально все. Все. Все, закончился бензин. Надо срочно бензин покупать. А что у нас там? А, у нас еще два деления на бензине. Поэтому давай автомат купим. Вот, все, автомат прокачан у нас. Что-что? Автомат мы умеем прокачивать. 34 патрона. Фига, конечно, много. Конечно, мы всех зомбаков сейчас. Ой, давай, улучшимся. Улучшимся и проедем. Надо, короче, все равно этот самый покупать. По-другому никак. Двигатель улучшать срочно, прям причем срочно. О, давай, давай, давай. А, да, упустили возможность такую. Может быть здесь? Давай, 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 давай. Опа. Да, и кончается так ускоритель у нас мощно прям. Вот. Хотя ускоритель нам нужно не до конца. Ускоритель нам нужно в конце использовать. Ладненько, ничего страшного. Посмотрим. Ох, нифига. Чуть ли не проваливаемся почти что. Так, закончились патрончики. Ничего страшного. Ну, смотри, у нас патроны аж до сюда выхватило. Нифига себе. Ой, давай, давай, наверх. Вот он. Бензинчика уже все равно мало. Ну, надо, конечно, прокачивать бензин. Да куда нафиг? Мы много, много мы не проедем с таким количеством бензина, поэтому бензина нужно еще больше. Вот, совсем. Вот, чуть-чуть осталось. Смотри, у нас здесь бензин заканчивается, к сожалению. Эх, давай, таченька, давай, давай. Может, дотянем. Во-во-во-во-во. Нет, все-таки закончился бензин. Нет, не дотянули, осталось совсем чуть-чуть. Хотя машинка едет, но далеко мы не уедем на такой скорости. Вот, можем прокачать коробку передач полностью. Все, едем дальше. Мы можем только одно что-то прокачивать за это, за все наше прохождение дороги. Трассы мы ее проходим и прокачиваем только один раз что-то. Немножко. Да. Ой, хорошо, что взорвалось. То я уже не хотел использовать драгоценный наш. Ой, давай, ай, давай. Ай, все, все, упали. Упали вниз, это плохо. Да. Опа, давай, 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 может быть, там хватит? Да нет, нифига, нифига не хватит. Вообще немножко проехали. Это очень плохо. Ну, хотя у нас еще автомат есть. Стреляет в этих зомбарей. Давай, машинка, давай.
Ну хотя, все равно мы много проехали, смотри. У нас тачка-то уже более-менее раскрученная. Но все равно. Дофига еще нужно много чего открывать. О! Давай аккуратненько. Смотри, бежит дядька. Все, иди нафиг отсюда, зомбарь. Оп. Сейчас бензин закончится, смотри. Да, смысл ехать, бензин заканчивается, и все. Идем в гараж. А на бензобак мы купить не можем. Едем дальше. День 248. Давай, таченька, давай, тачулька. Покажи все, на что ты можешь. Вот так, потихонечку, понемножечку. Так, все, давай ускоритель я не буду тратить. Нет. Ускоритель я тратить не буду. Ускоритель мне понадобится. О, машинка стала переворачиваться. Вот, сюда ускоритель понадобится. А, давай. Блин, хоть заново переигрывай. Ох. Все равно мало, конечно, ускорителя дают. Не знаю, разработчики пожалели ускорителя. Я бы ускорителя вообще, не знаю, ну, очень побольше сделал бы. Потому что, ну, мало. Реально мало ускорителя. Все, видишь, закончится ускоритель. И все, и мы ничего не можем сделать. Ладно. Попробуем так, без ускорителя доехать. Давай, машинка, давай, ты сможешь. Вот. Все, здесь вниз езжаем, едем хорошо, аккуратненько. Опа! Все, отлетает от нашей машинки все оборудование. Остался только капот у нас виднеется. Ох ты! Зомбарь! Прыгнул так, что... Короче, сильно прыгнул. Ну, не долетели, не доехали, у нас бензин закончился. Вот, теперь мы можем все-таки купить бензинчик. Хорошо. Едем дальше. Все, машинка у нас мощная. Давай сейчас улучшим. Увеличим мощность. Вот. И здесь нужно нам аккуратненько проехать вверх. Вот здесь. А, здесь мы не можем, ладно. Но сейчас у нас легкий поворот такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не вписались поворот, хорошо. Вот здесь увеличиваем тягу. Во, и летим вперед. Давай. Опа, полетели. Насколько максимум мы можем полететь. Все. И что у нас здесь? Мы видим бензинчика еще много. А ехать нам еще больше, чем бензина надо. Да. Сколько ж надо прокачивать машину, чтобы проехать, а? Патроны закончились. Вниз езжаем. Езжаем быстренько. И отправляемся тут, типа, под землей. В метрополитен, типа. Железная дорога проходит. Опять на улице. Вагоны. Давай. Все, ускорителя нету. Все печально. Все очень даже тяжело. Давай, машинка, давай. Сколько можешь, езжай. Вот, еще немножко. Вот, взрыв. Да, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, чуть-чуть дальше мы проехали. Смотрим. Да, и заканчивается бензин у нас вся. Ну, а бензина нету, мы и дальше не можем ехать, к сожалению. Ладно, отправляемся в гараж. Ну что ж, будем заканчивать эту серию на такой вот ноте. Ну, ладно, смотри серию следующую, где мы это все пройдем. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!